Всем привет! Сегодня расскажу вам про самое высокое здание в России. Лахта-центр – это современное здание высотой в 463 метра. Это самое высокое здание во всей Европе, а также России. Кроме сложности постройки высотного здания, трудности были и с фундаментом. Все-таки здание стоит на краю Финского залива. Однако инженеры из 20 стран мира смогли решить эту проблему и создать надежный фундамент для столь высокого здания. Середина здания – это огромная конусообразная шахта, высотой во все здание, которая одновременно является хребтом всей этой конструкции, а также самой безопасной частью здания. Для соблюдения всех точностей при строительстве использовали помощь космических спутников. Здесь располагается главный офис «Газпрома», фитнес-залы, бассейн, кинотеатры, офисы, планетариум, магазин и еще много чего интересного. Стоит это здание примерно 2 миллиарда долларов.